вкусные сельскохозяйственные продукты в самом центре города. Каждую пятницу, субботу и воскресенье на территории торгового центра «Лето» открывает свои двери продуктовая ярмарка. Свежее мясо, овощи и фрукты можно приобрести в одном месте. Натуральные продукты без наценок напрямую от производителя. Овощи и фрукты я здесь всегда приобретаю. Здесь цены немножко пониже. Для нас, пенсионеров, эта роль играет. Поэтому я посещаю ярмарку. Мясо продают отличное. Оно раньше было на Дружбе, сейчас еще удобнее стало. Вот, мясо хорошее, продавцы замечательные. Вообще очень все хорошо. Вот, огромное спасибо тому, кто все это организовал и сделал. Удобно по пути, все домой, на работу, с работы. Просто по пути стало. Тут места больше и все как-то благополучнее расстановлено. Нам очень удобно, потому что у нас дом буквально в 5 минутах. С детьми очень удобно ходить. Мясо, овощей, все что угодно. На целую неделю закупаем и хватает на целую неделю. Все свежее, все хорошее. Продукты питания, одежда, обувь, детские игрушки, мебель, электроника, лекарства и множество других вещей и услуг можно приобрести в одном месте – в торговом центре «Лето». А также для жителей микрорайона «Машиностроитель» каждую пятницу, субботу и воскресенье с 6 утра и до 12 дня ходит бесплатный автобус до ярмарки и в обратном направлении.